Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей манны. Поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Приветствую вас из той части Иерусалима, которая находится к западу от Стены Плача. Большая часть наших программ на Манафесте будет снята на Илионской горе с которой открывается вид на восточную часть города. Сегодня прекрасное утро, и размышляя, каким словом мне с вами поделиться, я решил, что нам стоит поговорить о духах и об изгнании духов, мучающих ваших детей. Апостол Павел в Новом Завете пишет послание Тимофею, который на тот момент был начинающим пастором. Он говорит ему очень поучительные вещи. Хочу прочитать вам эти стихи. Они сейчас появятся на экране приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. Существует множество проповедей о проклятиях, передающихся из поколения в поколение. Возможно, их даже слишком много. В то время как проповеди о благословениях, передающихся из поколения в поколение, о том, как можно получить благословение для своей семьи, очень мало. Мы говорим о духовных благословениях, которые распространяются на несколько поколений вперед и передаются от бабушек и дедушек к детям и внукам. И вот что враг ненавидит больше всего. Он знает, что Господь — это Бог поколений, и что Он хочет передавать веру, помазание и Божью атмосферу в семье от старшего поколения к младшему. Поэтому враг посылает духов из своего царства, чтобы дети отдалялись от Бога, и цепь благословений прерывалась. Потому что если дети отдаляются от Бога, значит, их внуки не получат веру по наследству, они не получат семейный пропуск в Божье Царство. Они будут расти, не зная Бога. Меня крайне удивили некоторые данные о порнографии. Особой категорией зрителей, которую работники этой сферы пытаются пристрастить к просмотру порнографии, являются девочки в возрасте от 10 до 12 лет. Немного позже я скажу об этом еще кое-что. Я также узнал, что дети в возрасте 11 и 12 лет начинают активно пробовать алкоголь. Да так что к 13 годам у них вырабатывается самая настоящая зависимость. В новостях вам об этом не скажут, вас об этом не предупредят производители пива или вина, но это правда. Я узнал, что в некоторых штатах, к примеру в Кентукки, в Колфилде, в Западной Вирджинии, очень остро стоит проблема наркомании среди подростков. Родители продают наркотики. Будучи сами в зависимости, они способствуют развитию таковой у детей. Недавно я прочитал статью о том, что похоронные бюро Западной Вирджинии не справляются со своей работой, потому что смертность среди молодых людей достигла небывалых размеров. И говоря молодые люди, я имею в виду не детей, а подростков, молодежь, молодые пары. Они умирают от передозировки. Эта проблема достигла небывалых размеров, и каждый день мы вынуждены вести одну и ту же битву. Это духовная битва, и она бывает двух видов. В Новом Завете под этой битвой подразумевается борьба плоти и духа, плотского и духовного. Однако духовная война может вестись также против так называемых демонических духов. Существуют различные виды подобных духов. Надеюсь, я успею рассказать вам сегодня обо всех видах духов, которые вам необходимо научиться различать и против которых, в случае, если они причиняют вред вашим близким, вам нужно научиться молиться. Вот о чем я думаю сразу, когда речь заходит о о молодых людях. Почему молодежь уходит из церкви и потом не возвращается? Если снова обратиться к статистике, то всего 4% детей, которые выросли в церкви, возвращается туда, отучившись 4 года в колледже. Отчасти так происходит потому, что мы не объяснили им, как реагировать на учение об эволюции, мы не говорили с ними об апологетике. Хочу объяснить, что это такое. Апологетика — это защита христианской веры. Евангелие основ брака. Мы не рассказывали им об этом. Поэтому, когда они идут учиться в университет, преподаватели пытаются впечатлить их своими познаниями в академической среде, и они не знают, чем парировать их доводы, хотя их можно парировать. После этого в их сердце зарождается сомнение, и они уходят из церкви. Многие молодые люди не возвращаются туда снова, несмотря на то, что они там выросли. Я задал Богу вопрос, есть ли на то какие-то духовные причины. Размышляя об этом, я вспомнил три следующих стиха. В Евангелии от Луки написано о тех, кто слушает Слово, но подавляется удовольствиями и не приносит плода. Молодые люди получают доступ к удовольствиям, которые им доставляет их работа, друзья, и эти удовольствия так увлекают их, что они забывают о Боге. Второй стих, о котором я подумал, это второе послание Тимофею, 3 глава, 4 стих. Он связан с предыдущим. В последнее время будет больше сластолюбивых людей, чем боголюбивых. Может, в традиционный библейский шаббат в субботу? Я считаю, что язычники сделали субботу первым днем недели. В общем, в тот день, который они раньше посвящали Богу, они теперь хотят покататься на лодочке у озера, на следующий день они хотят поиграть в гольф, а в третий день они пойдут делать то, что просто доставляет им удовольствие. Связь между Богом и его детьми обрывается, потому что последние выбирают удовольствие. В послании Титу 3.3 говорится о тех, кто служит похотям и различным удовольствием. Во всех этих стихах мы встречаем одно и то же слово — удовольствие. Не так давно я спросил у нескольких людей, на какую удочку враг пытается поймать человека, когда хочет, чтобы тот отвернулся от Бога. Ответ — греховное удовольствие. Библия предупреждает об опасности временных греховных удовольствий. Люди отступают от Бога в погоне за греховными удовольствиями. Именно ими дьявол завлекает людей в свою ловушку. Я говорил об этом в одном из своих уроков на Манафесте, и мне пришло множество негативных отзывов, потому что люди немного не поняли, что я хотел до них донести. Если вы являетесь пастором современной церкви, куда ходят молодые студенты и те, кто только начал работать, и ваши служения очень затянуты и скучны, может быть вам 60 или 70 лет, и вы служите просто потому, что любите Иисуса, я могу устроить собрание в палатке, могу устроить собрание в Халиву, мы собираемся на молитвенное служение в Халиву. Могу устроить собрание на свежем воздухе, могу руководствоваться своей любовью к Богу, опытом, который я имею во Христе, желанием быть с Ним. Но если молодым людям скучно вашей церкви, просто поверьте мне, они не вернутся. Нам не нужно постоянно устраивать для них развлекательные программы, но без Бога они будут бесполезны. Каждый год у нас проходит два боец-феста в Кливленде, штат Теннесси, на которые приезжают по 500 молодых людей молодежные пасторы говорят что им не важно кто поет или кто проповедует они приезжают туда со своей молодежью потому что там есть бог сегодня я хочу попытаться помочь вам понять что делать с этим желанием молодых людей испытывать земные удовольствия которые пагубно на них влияют и уводят их от Бога я бы хотел поделиться с вами четырьмя молитвенными пунктами буквально через пару минут расскажу вам один случай произошедший в моей семье хотя лучше расскажу о нем с Тогда вы поймете, почему я решил поделиться с вами именно этим словом. Недавно я наконец решился написать об этом в своей книге. Я жил в Арлингтоне, когда мне было 11. Как-то раз я наткнулся на мешок мусора, лежащий прямо посреди дороги, в котором лежал порно-журнал. Интересно, но я не помню ничего об этом периоде своей жизни, кроме той картинки, которую я увидел там. Эта картинка до сих пор всплывает у меня в памяти, как бы я ни старался забыть тот образ. Такие вот картинки навсегда остаются в памяти. Кроме того, они порождают мысли, от которых также очень трудно избавиться. До недавних пор я не знал, что когда моей дочери было 11 лет, и мы купили ей iPad, я хочу обратиться к родителям, вам необходимо ставить ограничения на компьютеры, телефоны и планшеты. Если вашему ребенку 11 или 12 лет, не стоит предоставлять ему полный доступ ко всем гаджетам доме, потому что все что угодно может всплыть на экране. Они могут зайти на христианский сайт, но даже такие сайты могут оказаться порнографическими. Мне рассказал это мой ребенок. Моя дочь начала смотреть порнографию, когда ей было 11, и это длилось три года. До тех пор, пока Господь не освободил ее, сейчас ей 16, и она делится своей историей о том, как Господь ей помог. Заметьте, мне было 11, и ей было 11. И до этого она ни разу не слышала моей истории. Она не знала, что со мной случилось. Когда мой сын Джонатан был помладше, я попросил его разрешения, прежде чем рассказать это вам. Он был зависим от одного вещества, которое содержится в сиропах и таблетках от кашля. Однажды ночью его увезли из-за этого на скорой, его сердце билось со скоростью 200 ударов в минуту. Два раза мы чуть не потеряли сына, поэтому мы стали особенно за них молиться. Через эти ситуации мы учились молиться за детей, учились искать Бога в такой молитве. Мы не знали о проблемах нашей дочери, она казалась нам маленьким ребенком и в 11, и в 13 лет, но мы знали о зависимости нашего сына. Когда человек впадает в подобную зависимость, он перестает воспринимать твои увещевания и предостережения. Ты можешь говорить ему: Ты рискуешь умереть молодым. Это произойдет совсем неожиданно. Им все равно твои слова никак не повлияют на них, потому что вместе с наркотиками, в отдел мозга, отвечающий за систему поощрения, попадает химическое вещество под названием дофамин. Именно оно, как настоящий волшебник, позволяет человеку испытывать все чувства, связанные с удовольствием. Когда дофамин попадает в головной мозг, он тут же вызывает привыкание, и от подобной зависимости невозможно избавиться самостоятельно. Единственный выход — получить освобождение свыше или хотя бы пройти курс полной реабилитации. Это вещество необходимо вывести из организма. Ни одна неделя уходит на то, чтобы восстановить работу мозга. Вот те четыре молитвенных пункта, которые помогут вызволить вашего ребенка из беды. Первый — мы должны изгонять в молитве духов мучающих ребенка. Если в вашей жизни есть что-то, от чего вы не можете получить свободу, все вещи в жизни делится на два типа — естественные и сверхъестественные. Иногда разобраться с естественными вещами может помочь Божий Дух или обычная земная помощь. Некоторые болезни можно вылечить вполне земными лекарствами. Но если от них нельзя избавиться земными методами, их следует относить к ряду сверхъестественного, скорее всего, это бесовский дух. В таком случае вам нужно понять, что вашего ребенка атакует дух, и начать молиться о его изгнании. Плавно переходим ко второму пункту. Вам необходимо молиться о том, чтобы с глаз вашего ребенка спала пелена. Библия говорит о том, что Господь может просветлить очи вашего сердца. Об этом написано в послании к Ефесинам. На греческом слово ⁇ просветлить ⁇ звучит как ⁇ фотидзо ⁇ от которого, в свою очередь, произошло слово «фотография». Раньше, чтобы сделать фото на камеру, необходимо было осветить линзу, и благодаря этому свету на пленке появлялись негативы, которые потом оцифровывались в картинку. Нам нужно молиться о том, чтобы с глаз ребенка спала пелена. Слепота — это когда вы говорите с ребенком, а он не обращает на вас никакого внимания. Когда вы пытаетесь ему помочь, а он даже не слушает вас и не хочет. Вы должны молиться так. Господь просветли очи его сердцем. Если ваш ребенок запутался, вы должны молиться каждый день. «Отец, молю тебя, просветли его очи сердцем». Почему его глаза необходимо просветлить? Потому что в Библии говорится о людях, чьи умы ослеплены. Духовные вещи сокрыты от них. Когда очи сердца просветлены, тогда человек говорит, «Боже мой, свет озарил темную комнату. Я вижу вещи, которых раньше не видел. Я понимаю то, чего раньше не понимал». Таким образом, сначала нам нужно понять, дух ли это, чтобы в случае, если это он, воспротивиться ему и изгнать его. Во-вторых, крайне важна молитва о просветлении очей сердца. В-третьих, вам нужно молиться об освобождении детей из-под влияния людей, которые манипулируют ими. Есть молодые люди, которые интересуются девочками помоложе 13 лет и заставляют их чувствовать эмоциональную привязанность. Обычно это взрослый парень, Недавно такая ситуация произошла в семье наших знакомых. Ему 19 или даже 20, и он начинает оказывать девочке знаки внимания. Она привязывается к нему эмоционально и ей говорят, он может быть опасен, он торгует наркотиками, выпивает. Неужели ты не видишь? Но эмоциональная привязанность, которая возникает у нее по отношению к нему, оказывается сильнее, чем здравый смысл, и она не видит угрозы в подобной близости. И в-третьих, мы молимся, чтобы разрушилась всякая эмоциональная привязанность, возникшая у вашего ребенка к человеку, который уводит его все дальше и дальше от Бога. Молиться следует так. Отец, мы молим Тебя, разрушь всякий дух манипуляции, исходящий от кого-то. И не бойтесь называть их по именам. Если его зовут Джимми, а ее Лулу, называйте их по именам. Попросите Бога разрушить эту связь. Последний четвертый пункт, который я записал и которым хочу поделиться с вами. Опять же, Повторю, что по этим пунктам мы молились с женой за наших детей. Долгие годы я учил людей молиться по ним. Это духовные принципы, по которым живут многие служители нашей церкви, на детей которых влияют различные духи. Ваш ребенок отдаляется от Бога, и что делать? Вам нужно молиться о том, чтобы воля вашего ребенка не была исполнена. Много лет назад я узнал одну истину о Боге. Если вы решите поступить так, а не иначе, Господь не будет противиться вашему выбору и вашей воле. Да, Он будет работать над вашим характером, когда выбор уже будет сделан. Да, Он может вас наказать, как случилось с Ионой, он не хотел идти в Ниневию, он сел в лодку, и Господь его наказал. Но я говорю вот о чем. Вам нужно молиться о том, чтобы их воля или чья бы то ни была воля, кроме Божьей, не исполнилась. Коротко расскажу о зависимости моего сына от алкоголя и наркотиков, которая длилась почти 9 лет. Все эти 9 лет мы молились, Господь просветли очи его сердца. Мы боролись с духом зависимости. Мы знали, с чем имеем дело с духом зависимости, который поселяется в сердце человека и приносит несвободу. Мы очень долго молились и, наконец, увидели плод своих молитв, за что воздаем Богу всю славу. Существует три вида духов, которые будут атаковать людей в последние времена. Коротко расскажу вам о них. В первом послании Тимофею, 4 главе 1 стихе, говорится о так называемом духе обольстителя. Обольщать в переводе с греческого значит уводить хитрыми путями. Этот дух уводит от истины. В контексте того, что Павел говорил Тимофею, этот дух уводил людей от истинной доктрины, смущая их лжеучениями. Второй дух описан в послании к римлянам 8 главе. Это дух рабства. В переводе с греческого — это дух, понуждающий служить кому-то. Это дух контролирует человека и развивает в нем зависимость к определенным вещам от которых они потом не могут освободиться. Нельзя не упомянуть еще об одном духе. В Евангелии от Луки упоминается дух немощи. На греческом это слово звучит как «астения», и этот дух пребывал в женщине, которая не могла самостоятельно подняться в синагоге. Иисус возложил на нее свои руки, изгнал духа, и он вышел из женщины. Дух немощи можно перевести еще как дух слабости. Когда заходит речь об этом конкретном духе и об этом конкретном слове из Нового Завета, оно означает не только лишь дух болезни, потому что в Евангелии от Луки эта женщина была мучима духом немощи, или духом слабости, но это может значить как моральную, так и телесную немощь. Другими словами, еще раз хочу сказать, что есть три вида духов. Дух-оболиститель, дух рабства и дух немощи. Проявлениями духа немощи, к примеру, являются депрессия, страх, подавленное состояние и тому подобное. Дух рабства связан со всевозможными зависимостями, которые держат людей в своем плену. И дух-оболиститель может быть связан с сексуальными зависимостями, порнографией и тому подобными вещами. Нам нужно понимать, с каким духом мы имеем дело, нам нужно научиться различать эти духи. Первое послание к Коринфянам, 12 глава. Нам нужно знать, как молиться об изгнании этих духов, называя их по имени. Во-вторых, хочу сказать, что эти три духа заставляют людей делать то, чего они не хотят делать. Они вынуждают их каяться в одном и том же грехе снова и снова. К примеру, и я уже не раз говорил о том, что мы говорим молодым людям, вы можете мне не верить, но я выслушиваю очень много критики на этот счет, мы говорим молодым людям, что им необходимо полностью воздержаться от алкоголя. У нас есть два замечательных реабилитационных центра для женщин. Женщины надежды и женщины у колодца, где им помогают избавиться от зависимости. Я спрашивал у дам, попавших туда о том, как они стали зависимы от алкоголя или наркотиков. И большинство из них отвечало, что все началось с алкоголя. Каждый четвертый на планете рискует впасть в ту или иную зависимость. Если держать это в уме, то можно заключить, что у них начались проблемы после того, как они попробовали алкоголь в первый раз. В Евангелии от Матфея говорится о молитве связывания и разрешения. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешение на земле, то будет разрешено на небе. Вам нужно в молитве связывать этот дух, который отдаляет их от Бога и высвобождать Святого Духа. И третий пункт. В вашей жизни будут ситуации, когда вам нужно будет молиться с властью в духе. Как-то раз в три утра к нам в комнату вошел сын, разбудил меня и сказал, «Папа, мне нужно с тобой поговорить». Мы пошли в зал, но Пэм, конечно, тоже проснулась, как и малышка Аманда. Мой сын начал исповедоваться в постыдных вещах, которыми он занимался, хотя и знал, что это было неправильно. Он сказал, «Пап, я пустил дух в наш дом». Не знаю, что случилось, может, он увидел этого духа ночью, но его это потрясло. Моя жена, спокойная и даже робкая женщина, она тихо молится, я никогда не видел, чтобы она кричала, плясала, падала или громко молилась. Она настоящая баптистка, но в эту ночь в ней пробудился какой-то огонь. Она побежала на второй этаж, и я слышал, как она молилась. Сатана, убирайся из моего дома, я мать этого дома, ты не имеешь права атаковать моего сына. Я тогда очень устал и подумал, молодец, жена, продолжай в том же духе, молись, у тебя хорошо выходит. После того, как она помолилась этой молитвой, наш сын поднялся на чердак, достал три пакетика с наркотиками, которые он сам туда запрятал и выбросил их. Родители... Помните вот о чем. Вы имеете дело с духовной войной и вам нужно вести ее агрессивно. Вам нужно молиться с особой силой. Вам нужно верить Богу с особой силой. Вам нужно с особой силой держаться за Него. Вам нужно так себя вести, чтобы ваш ребенок получил освобождение. Помните еще о том, что, возможно, вам придется молиться какое-то время. Мы молились за нашего сына 9 лет, но мы никогда не опускали руки. Если вы молитесь определенным образом, никогда не сомневайтесь в словах, сказанных в такой молитве. Иначе это может стоить вам духовной победы. Господь открыл мне это слово, когда я молился за своего сына. Не забудьте, мы с вами договорились, что как бы ни вели себя ваши дети или внуки, они будут частью Божьего Царства и обретут спасение. Вот где наше сердце. По этой причине мы путешествуем, евангелизируем, устраиваем молодежные конференции, чтобы Господь коснулся сердец ваших детей. Не упустите наше специальное предложение в конце передачи на Маннафесте. Я делился с вами словом из западной части Иерусалима, и для меня большая честь быть частью Маннафеста. Это Пэри Стоун. я написал книгу, которая, возможно, является самой сильной книгой о духовной войне за всю историю моего служения. Она называется ⁇ Пища для демонов ⁇ День за днем я просыпался в три утра, будучи в городе Тверия, что находится в Израиле, рядом с Галилейским морем. Господь положил мне на сердце написать здесь эту книгу, и я бы хотел, чтобы вы прочитали ее. Она не о величии демонов, а о том, как верующие могут открывать и закрывать двери перед злыми духами. Я расскажу вам, как связаны разные духи с депрессией и подавленностью. Расскажу, как победить духа немощи, который в переводе с греческого значит «дух слабости». Что насчет постоянной борьбы и бесконечных покаяний в одном грехе. Вы снова говорите Богу, я больше так не буду. Но перестать вам не под силу. Возможно ли, что дело в духовном демоническом влиянии? Мой ответ ⁇ да. Что насчет детей, которых атакуют различные духи? Дух болезни. Я расскажу вам о том, как изгонять нечистых духов из людей. Расскажу вам о трех уроках, которые я выучил во время своих битв. Моя новая книга состоит из десяти глав. Покупая ее, вы получаете в подарок диск ⁇ Музыка ангелов ⁇ ведущий инструмент на этом альбоме ⁇ Арфа ⁇ Девять песен помогут вам обновиться и расслабиться. Когда ваши силы на исходе, когда ваше сердце не на месте, послушайте эту музыку. Она поднимет ваш дух, потому что в Ветхом Завете именно звуки арфы принесли освобождение царю Саулу. Моя новая книга «Пища для демонов» и диск «Музыка ангелов» доступны прямо сейчас за ваше пожертвование в размере 30 долларов или больше. Номер заказа FED-128. Заходите на сайт Paris Стол, или позвоните по номеру 18821 или свяжитесь с нами напрямую. Не забудьте номер заказа FED 128. Назовите этот номер по телефону или напишите мне на почту. Скажу еще раз: эта книга является самой помазанной книгой на тему духовной войны в моем служении. Бог открыл мне слово, и я хочу поделиться им с вами. С нетерпением ждем ваших писем. Надеюсь, вам понравилась эта передача и вас заинтересовало мое уникальное предложение. Я с таким интересом наблюдаю за тем, что Бог делает на Земле сегодня, как Он достигает людей через наше служение. И не только через наше служение, но через служение во всех уголках нашей планеты. Огромное количество людей познает Христа как своего Спасителя. Технологии позволяют христианам достигать самые разные народы через социальные сети, видео, DVD. Часто нам выпадает честь служить в Соединенных Штатах, поэтому Америка слушай внимательно. 4 апреля мы приедем в церковь Место исцеления в Батон-Руж, штат Луизиана, и проведем только одно служение. В Грандвилле, штат Мичиган, 22 апреля в церкви ⁇ Жизнь воскресенья ⁇ мы проведем все служения. Также приедем на конференцию, которая будет проходить в Гамильтоне, штат Агая. После этого отправимся в Манстер, штат Индиана, в семейный христианский центр на одно служение в среду. Затем будем в Брэнсоне, штат Миссури, в церкви ⁇ Вера и мудрость ⁇ с 18 по 20 мая. За более подробной информацией вы можете обратиться на сайт paristone.org. Так вы точно будете знать, где нас ждать. Забавно, но иногда, когда мы путешествуем, служим в разных городах, люди подходят к нам и говорят, мы смотрели все выпуски манафеста, ни одного не пропустили. После чего они спрашивают, а что вы здесь делаете? Но ну, мы здесь на конференции, о которой мы говорили на манафесте в течение семи недель. На что нам отвечают, о здорово, а мы и не знали, что вы приедете. Я думаю, вся проблема заключается в том, что люди смотрят саму программу, но не смотрят то, что показывают после нее. Поэтому отныне, если вы смотрите передачи на Манофесте, смотрите их до самого конца. Важно, чтобы вы были в курсе всех событий, которые мы освещаем после программы. Мы также хотим воздать Богу славу за все то, что Он делает через наше служение, через Международный центр Омега, через Международную школу Слова, через нашу библейскую школу, на которой учатся несколько сотен студентов. Просто поднимаю руки в небеса и говорю ⁇ слава Богу за все великие дела, что Он творит. С Божьей помощью я буду делиться с вами Словом в конце следующей программы. Я хочу, чтобы вы вместе с моей семьей попали на празднование моего 60-летия, которое будет проходить на море на новейшем норвежском круизном судне. Это будет круиз по Аляске, который продлится с 23 по 30 июня 2019 года. За всей подробной информацией обращайтесь на сайт Paristown. Посмотрите, куда мы поплывем. Забронируйте билеты на наш круиз, чтобы попасть на все собрания, на которых я буду проповедовать в этих краях. Вы познакомитесь лично со мной и Пэм. Пэри Стоун приглашает вас присоединиться к нему в туре по Израилю с 19 по 28 ноября с возможностью посетить город Петра в Иордании. Звоните нам по номеру указанному на экране или заходите на наш веб-сайт, чтобы узнать дополнительную информацию. Количество мест ограничено, поэтому звоните сегодня.